Олечка наша красавица, Церцея, дома деточки. 6 дней, да, 7-й день пошел деточкам. Ей уже 3 годика исполнилось. Такая красивая девочка. Сегодня у нас уже 4 марта 2024 года. Да, Полин? Пулька. А ты моя красавица. Ты моя золотая собака. Хорошая. Детки спят, да? Детки спят, а я пришла к Лёньке, скажи, ласку просит, скажи. Обними, обними его, её. Ты моя золотая, скажи. Ой, ты моя золотая собака. Хорошая пулечка, да. Вот такая дома пуля спокойная. И не скажешь, что пуля. А на улице, в работе, она вот как она любит Лёньку. Вот как любит, да. Ой, пулька, пулька. Ой, ты моя золотая. Да, ну ты мой холёсик. Дочка Романко Шурсова и дочь Зузенки. Сочи. Сейчас они в Краснодар приехали. Урсолечка. У них там тоже помет. В этот же день, 26 апреля, родился, как и у нас. У пульки очень красивые уши купир. Ну, мы ее взяли 1.5 года уже. Я-то купирую с точки зрения практической. Но поставить уже, к сожалению, сложно было. Не стала ее мучить. Она так там нахлебалась. Старый хозяин неудачно была устроена. Я ее забрала с владельцем, заводчиком, с Урсула хозяином. Вот так пулечка у меня осталась. Такая девочка, да? Девочка. Такая красавица. Уж очень красивая. Видите, какая купировка красивая. Если бы ее купировали 2 месяца, то было все хорошо. Мне можно было пластику сделать. И не стала мучить животное. Чего ее мучить, скажи? Мы и так ее любим. На выставке можно без ушек стоячих, да? Но мы деткам будем купировать. Для породы исторически это очень красиво и практично, да? Пока, пока, пока. Все, красота. Вот такая пуля дома. Тихая, спокойная, равновешенная собака. Всем пока. Хорошее настроение. Город Севастополь. У нас весна вовсю. Да, пулька? Ай, ты моя девка. Всем